Приветствую вас. Вы дополнили свой вопрос, я смотрю. Жалко только, что не сделали предыдущий вопрос решенным, то есть не выбрали эксперта, не выбрали лучший ответ. Там это вот не очень, на мой взгляд, хорошо. Что я вам хочу сказать? Значит, ну, во-первых, наверное, знаете, имеет смысл ответить вам на вопрос, да, на ваши вот вопросы. Значит, вы спрашиваете, есть ли малейший шанс того, что он остынет и вернется? Значит, шанс того, что он остынет, есть точно. Потому что обида пройдет, эмоции улягутся, человек осознает, что, возможно, не все так плохо, возможно, все еще можно вернуть, и, соответственно, он остынет. Это факт. Это совершенно очевидный факт того, что он остынет. Это да. Однозначно. Но по поводу того, вернется ли он к вам. Вот этот момент, вернется он к вам или нет, я бы точно не прогнозировал. Почему? Дело в том, что мужчине, очевидно, требуется, ну, какое-то время, некоторое время, чтобы успокоиться, чтобы немного прийти в себя, чтобы побыть без вас в этой ситуации, чтобы сравнить, так сказать, жизнь без вас и жизнь с вами. Это тоже очень-очень важный аспект, чтобы человек понял, да, вот я, как бы не отвечая за вас, не находясь с вами в отношениях, чтобы он для себя сделал вот этот вот выбор, хочет он быть с вами или нет. Это момент реально достаточно важный. Значит, и поэтому, вернется ли он к вам или нет, это целиком и полностью, без преувеличения, зависит только от вас. Вот если вы, ну это уже там, дальше вопрос будет, который, на который вам нужно ответить, значит, если вы будете вести себя, значит, вы говорите, как не вести себя, если вы будете вести себя нейтрально, если вы будете вести себя спокойно, если вы будете вести себя не вызывающе, если вы будете вести себя грамотно, то есть не будете, например, обострять ситуацию, не будете на человека давить, не будете думать о себе, потому что когда вы выясняете отношения, вы волей-неволей думаете о себе, и мужчине это, естественно, не нравится.
Если вы будете просто общаться с ним, поскольку, например, удобно и комфортно вашему молодому человеку, то я не вижу причин, по которым он в будущем не смог бы вновь обратить на вас внимание. Потому что определенно у него есть чувства, определенно он не очень хочет с вами расставаться, просто ему сейчас очень тяжело. Возможно, сама идея расставания возникла из-за того, что он боится, что не сдаст сессию. Вот что может быть. И из-за этого, именно по этой причине, вполне вероятно, что когда сессия у него завершится, может быть, он и будет к вам проявлять больше эмоций, будет уделять вам больше внимания и так далее. То есть вам, вот основной своей задачей сейчас, нужно поставить завершение мужчины его вот этого вот тяжелого периода, потому что он определенно чувствует, что он не справляется с тем, что что вы на него взваливаете. При этом я понимаю, что, может быть, вы не хотели бы этого делать, может быть, у вас не было изначально таких мыслей и так далее. Но именно так вам нужно себя вести. То есть позитивно, ненавязчиво по отношению к мужчине, позитивно, ненавязчиво думать о нем больше, стараться думать о нем больше. Стараться уделять ему внимание, поскольку это для вас удобно, актуально, без ущерба себе. То есть я имею в виду без ущерба себе. Здесь это означает что? Без ущерба себе это означает, что вы так ему уделяете внимание, чтобы ничего не требовать от него для себя. То есть от требований чего-либо вообще пока вам лучше отказаться. Ничего хорошего это вам не принесет. Ну, я надеюсь, вы сами уже в этом убедились. Вот. Далее. Какое мое поведение его сейчас устроит и заставит задуматься о возвращении? Ну, во-первых, давайте попробуем сказать так. Значит, устроит его такое ваше поведение, чтобы оно не давило на него, чтобы он не чувствовал давления, чтобы он не чувствовал, что вы требуете от него чего-то, чего он вам дать сейчас не в силах. Вот, ну, так получилось. Вот это то, что вам сейчас нужно сделать. Именно это устроит его. Второе, что его устроит, это отсутствие выяснения отношений и угрозы выяснения отношений. То есть мужчина сейчас не настроен с вами выяснять отношения. Более того, у него явно идет на данный момент, у него явно идет некая реакция, реакционное поведение в ответ на ваше поведение. В ответ на ваше, как я понял, либо запрещающие моменты были с вашей стороны, либо какие-то
ограничивающие его моменты были с вашей стороны. То есть вот что-то такое вот негативное у него было, он сейчас это воспринимает в своем контексте. То есть он говорит, что вы позволяете себе то, что не позволяли ему. Если это, ну, действительно было, если вот что-то такое действительно было, то вам из него отпустить. То есть, грубо говоря, пусть делает все, что хочет. Пусть делает все, что ему сейчас хочется, все, что ему сейчас нужно. Любое ограничение с вашей стороны для него, ну, приведет только к еще большему обострению ситуации и к еще большему отдалению его от вас, мужчины от вас. Дальше. Позвольте мужчине, значит, почувствовать себя таковым, рядом с вами. Что это значит? Ну, вы, наверное, знаете его, знаете его предпочтения, его желания, то, какую бы женщину он хотел рядом с собой видеть, то, какая женщина, по мнению мужчины, по его предпочтению, могла бы сделать его счастливым. С кем бы он чувствовал бы себя хорошо, с кем бы он чувствовал себя, там, не знаю, максимально реализовывающимся и так далее. Какой образ женщины мужчине нужен, в общем? И вот это постарайтесь тоже ему дать. Постарайтесь вести себя так, но не откровенно, то есть не откровенно привлекая его внимание, да? Специально привлекать внимание мужчины не нужно. Вы ведете себя так спокойно для себя. Вы ведете себя так потому, для того, чтобы мужчина увидел, что вы принимаете его позицию и вместе с тем желаете, чтобы ему было хорошо. И вот задуматься о том, чтобы вернуться к вам, мужчина сможет лишь тогда и только тогда, когда будет регулярно чувствовать себя мужчиной, чувствовать себя таковым именно рядом с вами. Только это, а также спокойствие в отношениях, отсутствие давления на него, отсутствие негатива, опять-таки, для него с вашей стороны. Вот это все обеспечит вам максимальные шансы для того, чтобы мужчина задумался о возвращении к вам. Но у меня убедительная просьба к вам. Вот просто если, ну, если можете, то обратите, пожалуйста, на это внимание. Вполне вероятно, может случиться такая ситуация, что мужчина к вам возвращаться вообще не захочет. То есть вполне может быть, что человек решит для себя, что с вами все, все закончено, с вами будущего больше нет,
и пытаться с вами что-либо построить не имеет никакого смысла. Это может быть его решение. Это может быть его выбор. Это может быть его потребность, его желание. Кроме того, чувства могут быть, может быть и действительно пройдут. Чувства, может быть, действительно станут, ну, менее значимыми, менее сильными и так далее. И вот вам для себя нужно представлять, как вы живете без мужчины, как вы живете без него, и чем лучше для себя вы это представите, тем лучше вы будете представлять для себя этот момент, тем больше шансов, что вы будете менее зависимы от него. И он это увидит. Он увидит, что вы стали менее зависимы. И увидев, что вы стали от него менее зависимы, мужчина, скорее всего, начнет бояться вас потерять. И вот это чувство, страх вас потерять, оно вот так просто не уйдет. Сейчас, зная, что вы принадлежите полностью мужчине, сейчас, зная, что вы думаете только о нем и хотите быть только с ним, молодой человек, может быть, действительно верит в то, что не хочет с вами быть. Но если увидит, что вы реально его отпускаете, если увидит, что вы реально готовы жить без него, ну, при этом поддерживая там дружеские чувства с ним и так далее, дружеские отношения с ним, то вот это может его спровоцировать на то, чтобы к вам вернуться. Или, по крайней мере, пойти на сближение. Что вообще-то говоря, для вас, мне кажется, было бы хорошо. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваши вопросы. Видите ли, вы занимаетесь тем, что корите себя. Вы занимаетесь тем, что вы принижаете себя. Вы говорите: я знаю, что я совершила ошибку, я знаю, что я там допустила промах и так далее, так далее, так далее. Это не есть хорошо для вас. Нельзя себя пугаться. Нельзя себя принижать и бичевать. Вы сделали что-то. Да, это было далеко от идеала. Да, это было неправильно. Да, это было не совсем верно. И этого, в принципе, можно было бы не делать. Да, это безусловно так. Но простите, это ваше желание. И как я уже сказал, ваше желание, как я говорил в своем первом ответе, ваше желание нельзя игнорировать. Ваше желание нельзя подавлять. Вы делали так, почему? Потому что хотели. Вы делали так, потому что вам это было важно. И это хорошо. Но вы неправильно реализуете часть своих желаний. И это плохо. И тогда, что важно для вас? А для вас важно на самом деле,
осознав свои желания, реализовывать их правильно. С молодым человеком, без молодого человека, неважно, реализовывать правильно. Подумайте, какие желания, какие потребности молодой человек удовлетворяет вам. И подумав на эту тему, постарайтесь сами часть своих желаний реализовать самостоятельно. Потому что молодой человек и любые отношения, любые партнерские отношения, абсолютно любые, это, простите, не требования чего-либо, а это именно вложение. То есть, если молодого человека вы любите, то вы будете его не обвинять в чем-либо, вы будете не требовать чего-либо от него, а вы будете, наоборот, вкладывать в него что-то. Вы будете, наоборот, стараться ему что-то дать. Потому что если вы его любите, то вы хотите, чтобы мужчина был счастлив. Вот и старайтесь сделать его счастливым. А вы пока что требуете только от него. А это приводит к негативным последствиям, как вы уже сами могли видеть. Я думаю, что на этом можно закончить ответ на ваш вопрос. Потому что, в общем и целом, на все вопросы я ответил ваши. Потому что, в общем и целом, я охарактеризовал ситуацию ранее, немного ранее, в первом вопросе вашем. И если суммировать оба мои ответа, получится довольно-таки объемный анализ и объемный обзор того, что с вами сейчас происходит. Я бы рекомендовал вам больше думать о себе, я бы рекомендовал вам больше работать над собой, я бы рекомендовал вам пройти ряд консультаций с психологом для выработки своего собственного, например, поведенческого алгоритма, если говорить конкретно о вас. И вот это все вам могло бы помочь. Это все могло бы существенно улучшить и облегчить ваши отношения с людьми, не только с молодым человеком, сделав их, я имею в виду эти отношения, сделав их более здоровыми, более позитивными, более независимыми, более свободными и так далее. Но вот другое дело, и поймите меня сейчас правильно, что сами вы, скорее всего, с этим не справитесь. Сами вы реализовать это не сможете, потому что ваша работа над собой себя уже зарекомендовала. И зарекомендовала себя, к сожалению, не самым лучшим образом. Чтобы пошли и все-таки поговорили с молодым человеком. И в итоге сделали хуже. Вот чтобы этого не было, чтобы этого не повторилось, я и предлагаю вам поработать со специалистом.
специалиста вы можете выбрать самостоятельно, то есть вот какой вам понравится больше, с кем вы поработаете. Именно над собой. Именно поработайте над тем, чтобы разобрать свои проблемы. Не в контексте молодого человека, потому что здесь, в принципе, все уже было сказано. И я не думаю, что можно добавить что-либо к этому. И вот тогда вы создадите все условия для того, чтобы молодой человек был счастлив. Ну, правда, вот спросите себя сами. Ну, вы хотите, чтобы мужчине было хорошо? Вы хотите, чтобы у него все было здорово? Вы хотите, чтобы он получал удовольствие? Если хотите, то придется как-то меняться. Если хотите, то придется как-то что-то делать для того, чтобы это произошло, потому что само по себе, к сожалению, ничего не будет. А там дальше уже решать вам, как вы сами захотите, как вы сами пожелаете, так все и будет. Поэтому, я думаю, можно закончить ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!